Уже обычной комиссии, активной работой является разработка системы оптимального управления технологическим процессом НТС или же низкотемпературной сепарации. Целью данной работы является определение оптимальных режимов работы установки НТС с точки зрения максимального выхода конденсата. Для работы поставлены следующие задачи. Первое – это анализ технологического процесса материальных потоков и возможностей воздействия на режимные технологические параметры. Второе – это разработка математической модели процесса НТС. Третье – поиск оптимальных режимов установки НТС и оценка оптимального режима установки НТС. Посмотрим сам технологический процесс. Соль газ с температурой 25-25 градусов через коллектор поступает в технологические линии. Посмотрим одну из этих линий. Сначала газ поступает в обменник Т1, где охлаждается потоком охлажденного газа из сепаратора НТС. Перед теплообменником обычно вводят ингибитор. Это необходимо для предотвращения гетерообразования. После теплообменника газ поступает в рассеивающее устройство, где он расширяется и при этом под действием эффекта Джоуля-Томпсона его температура понижается. Далее газ поступает в низкотемпературный сепаратор, где происходит отделение жидкой фазы от газа. Газ поступает через верхколонны и теплообменник на дальнейший этап подготовки, а конденсат снизу колонны поступает в разделитель, где происходит разделение его на метанол, конденсат и воду. Таким же образом работают и две основные линии. Особенностью процесса является в том, что у нас для каждой линии имеется свои значения коэффициента Джоуля-Томпсона для рассеивающего устройства и значение коэффициента передачи для обменника. Именно поэтому температура сепарации на каждой линии будет немного отличаться друг от друга. Перед тем, как построить процессов, необходимо разработать его мат-модель. Для этой цели был проведен анализ известных методов построения мат-моделей и определен наиболее приемлемый для решения поставленной задачи метод моделирования на основе комбинированной мат-модели с использованием аналитического метода исследования матриц. В ходе разработки мат-модели на основе уровня теплового баланса получили в зависимости от температуры. Первая температура газа перед
сливочным устройством. Второе – это температура газа с аппаратой МТС. И третье – температура сушеного газа на выходе из теплообменника. Значимой является температура газа с аппаратой МТС, поскольку именно она определяет выход конденсатора, величину конденсатора. На графике мы видим, как зависимость температуры газа с аппаратой МТС от расхода. Как мы видим, технологический бинин номер 3 лучше всего справляется с содержанием газа. Это будет учитываться в процессе оптимизации. Перейдем к самой оптимизации. Нам необходимо максимизировать целевую функцию для вручения выхода конденсата. Эта задача сводится к задаче минимизации значения температуры с по всем технологическим линиям. При этом должны соблюдаться ограничения. Ограничения по величине расходов на каждой технологической линии и по суммарному расходу установки. Выполняется оптимизация будет с помощью пакета MATLAB с расширением Optimization Tool. Для начала необходимо выбрать алгоритм решения. У нас это алгоритм внутренней точки. Далее задается целевая функция в виде скрипта и начинает точка оптимизации. В следующем разделе задаются линейные ограничения, а также нижние и верхние границы для переменных. Их также можно задавать в виде скрипта, что я и сделал. В самом низу у нас программа выдает оптимальное значение переменной. Как мы видим, код оптимизации можно увидеть на отдельном окне. И тут же отображается значение целевой функции данной точки, точки оптимума. Проанализируем получившиеся данные. Для оптимального режима у нас получились следующие значения расхода. Как мы видим, больше поток направлен на третью линию, поскольку она лучше всего справлялась с охлаждением газа. И в итоге получилось следующее значение целевой функции. Если мы сравним этот оптимальный режим с режимом одновременного распределения нагрузки по технологическим линиям, то получим разницу выходе конденсата около 3%. И в заключение подведем итоги. Пройдем анализ техпроцесса НТС для определения основных влияющих факторов на режимные параметры. Повторим статистическую и математическую модель процесса НТС, адекватно описывающая режим работы установки. И рассчитываем оптимальный режим работы установки НТС, позволяющий увеличить выход конденсата на 3,9%. Спасибо за внимание. Поясните, пожалуйста, такой момент. Естественно, одинаковых объектов не бывает в природе, линии у вас отличаются от установки низкотемпературной сепарации. А каким образом вы определяете эти самые параметры, которые отличаются в реальной ситуации? Каким образом вы их задаете у себя? Они задаются, получается, тоже в скрипте, а определяются они как зависимость от массового расходного кодика, получается. Функция есть, которая... должны провести некий эксперимент, чтобы такую функцию найти. А насколько реально от номинального режима подойти при проведении эксперимента на реальном объекте? Можно уточнить вопрос? Смотрите, у вас каждая линия работает на ней не по номинальному режиму. Но пусть одинаковое распределение. Вы хотите провести эксперимент на реальном объекте, который в этот момент функционирует. Вот каким образом вы можете это сделать? Не останавливая производство, либо, возможно, его отделение. Ну, анализируется работа самоустановки, и на основе этого получается вычисляется эта функция. То есть просто рабочий режим в процессе переключения, да, между какими-то математическими группами. Спасибо. Скажите, на первом рисунке у вас из коллектора идет рисунок. Да, из коллектора идет сырой газ. Дальше, так сказать, после теплообменника идет осушенный газ. Разница по влажности, например, какая влажность на входе, какая влажность газа на выходе. Разница влажности получается. В сепараторе НТС у нас выходит основная часть влаги в виде конденсата. И поэтому
влажный газ, получается, если было на входе где-то процентов 70, то на выходе будет где-то процентов 20, на 15% влажности. Видно было наглядно, потому что у нас получается отличие будет температуры не сильно, не такое сильное, и чтобы было видно разница, то есть то, что получилось, то, что имеется. Так что должно быть видно? Это 5 знаков после запятой. Что вы хотите показать? Довольно наглядно, чтобы показать, что получилось. Наверное, формат в отчете. Если было 8, то можно получить. Алгоритм программы. Программа есть алгоритм внутренней точки. Он мы задавали как бы целевую функцию. Нет, как вы достигли вот значения оптимального режима, как вы будете оптимальный режим оптимальной линии обеспечивать? Использовать. Ну это с помощью задвижек. То есть вот у нас на входе есть имеется как раны. Еще раз повторите, какой параметр вы будете менять? Расход. Следующий у нас защищается Абзагиров Магомедов. Магистерская диссертация на тему исследования методов разработки адаптивных применений виртуальных анализаторов качества продуктов. Тема моей диссертации – исследование методов разработки адаптивных нелинейных виртуальных анализаторов качества продукта установки обработки нефти. Целью работы является поиск наилучшего алгоритма для оценки показателей качества битума в реальном времени. Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи – обработать технологические данные, разработать линейные и нелинейные виртуальные анализаторы, сравнить и выбрать наилучшую модель, а также разработать алгоритм адаптации, не позволяющий виртуальным анализаторам деградировать. В настоящий момент контроль за показателями качества на установках ведется либо по лабораторным анализам, которые проводятся несколько раз в день, либо по значениям поточных анализаторов, которые обладают рядом недостатков. Оптимальным решением является использование виртуальных анализаторов качества. Обеспечение непрерывного контроля за показателями качества битума необходимо для улучшения качества дорожных покрытий. В качестве объекта управления в данной работе выбрана установка производства битума на московском НПЗ. Сырье установки гудрон проходит через блоки смешения и блок сырьевых резервуаров и идут на вход окислительных колонн. Также в окислительные колонны подается кислород воздуха, который окисляет гудрон, тем самым получает битум. При разных режимах работы получают разные марки битума. На данном слайде приведены показатели качества, которые участвуют в управлении процессом. Из-за ограниченности объема презентации будут продемонстрированы виртуальные анализаторы по температуре размягчения, так как этот он является самым важным среди показателей качества битума. Для разработки виртуальных анализаторов сначала нужно обработать данные. Обработка состоит из исключения периодов основного объекта, фильтрации выбросов и шумов, нелинейных преобразований над входными данными и корреляционного анализа входных параметров с выходными. Рассчитываются оптимальные значения усреднений и запаздывания при максимальной корреляции. На слайде представлен общий перечень возможных входных параметров, которые
влияют на данный показатель качества. Виртуальный анализатор – это математическая модель, которая оценивает трудноизмеряемые показатели качества, используя технологические параметры, которые влияют на данный показатель качества. Линейный виртуальный анализатор представляет собой регрессионную модель, общий вид которой представлен на слайде. Суть построения данной модели заключается в подборе коэффициентов регрессии бета при условии минимизации ошибки аппроксимации. Такой подход реализует метод наименьших квадратов. В работе написан алгоритм, который создает виртуальные анализаторы при вариации разных настроечных параметров, таких как количество входных регрессоров, максимальный коэффициент взаимной корреляции, по которой исключаются входные параметры, и номер первого регрессора с наивысшей корреляцией с входным параметром. Как показано на блок-схеме, данный алгоритм выполнен в виде вложенных циклов. Сам процесс обучения созданий виртуального анализатора показан условно. Общая выборка разбивается на три части, на обучающую выборку и на две тестовые. На первой тестовой выборке рассчитывается значение средней квадратической ошибки и коэффициента корреляции. Затем выбирается одна модель по минимальному СКО. Затем подается на вход данной модели вторая тестовая выборка. Так как она является независимой, то она более представительна для проверки виртуального анализатора. На слайде видите виртуальный анализатор по первой и второй колонии, а также входные параметры для этой модели и качественные показатели виртуального анализатора. На данном слайде модель для третьей, четвертой колонны и, соответственно, для пятой колонны. Нейронные сети – это большой параллельный процессор, который обладает элементарными единицами обработки информации нейронами, которые обрабатывают экспериментальные данные и выдают их для дальнейших преобразований. В целях контроля показателей качества могут использоваться разные архитектуры нейронных сетей. Одной из простых, но в то же время универсальных архитектур является многослойный персептрон. Выбор в пользу многослойного персептрона обусловлен тем, что согласно источникам, которые были мной изучены, многослойный персептрон обладает весьма мощными возможностями при правильной настройке его параметров. На слайде представлен трехслойный персептрон с L-входами и P-выходами, а также уравнение, описывающее его работу. Также был написан алгоритм, который обучает нелинейные виртуальные анализаторы на основе нейронных сетей. Делит также выборку на три части. По первой тестовой выборке рассчитывает СКО и коэффициент корреляции, и по минимуму СКО выбирается одна модель, наилучшая, на вход которой подается вторая тестовая выборка, и результаты показаны на слайде. Тут модель для первой и второй колонны, для третьей и четвертой колонны и, соответственно, для пятой колонны. На слайде представлена сводная таблица сравнения линейных и нелинейных виртуальных анализаторов. Видно, что если не значительно, то хотя бы немного нелинейные виртуальные анализаторы во всех случаях лучше, чем линейные. Довольно часто возникают ситуации, когда на установке меняется режим работы. Обычно это приводит к тому, что СУТП, в составе которого обычно разрабатываются виртуальные анализаторы, отключаются, потому что виртуальные анализаторы начинают плохо работать. Для этого разработан алгоритм адаптации, который работает следующим образом. Вычисляется выходной сигнал нейронной сети и отклонение этого сигнала от значения лабораторного анализа. Далее подстраиваются весовые коэффициенты нейронной сети на основе
текущих значений весовых коэффициентов и рассчитанного сигнала отклонения. Продемонстрируем работу алгоритма адаптации. Для этого используем тот же показатель качества пятой колонны. Видим в этой выборке два характерных режима работы колонны. В той модели, которая была показана ранее, модель обучалась на этих двух режимах и, соответственно, проверялась также на двух режимах. Обучающая и экзаменационная тестовые выборки показаны на контрольном слайде. Теперь мы исключим участок с одним режимом работы и проверим работу виртуального анализатора. Видим, что ошибка при таком случае у нас большая, и в целом качество прогнозирования данного виртуального анализатора тоже плохое. Теперь при тех же условиях применим алгоритм адаптации. Видим значительное улучшение результатов. Также замечу, что можно на слайде увидеть точки, в которых у нас виртуальный анализатор перестраивался скачком. На данном слайде приведены таблицы с качественными характеристиками нейронов виртуального анализатора до и после алгоритма адаптации. Видим также улучшение качественных характеристик. Ну и в заключение, что было сделано? Проведена обработка технологических данных для построения виртуальных анализаторов, разработаны линейные и нелинейные виртуальные анализаторы, были проверены на независимой тестовой выборке, в результате которого нелинейные виртуальные анализаторы показали более лучший результат. И также разработан алгоритм адаптации нелинейных виртуальных анализаторов при изменении режима работы объекта управления. Я на этом все. Спасибо. Также хотелось бы отметить, что данная работа уже внедряется в производство, и все допущения были сделаны с учетом текущей ситуации на установке. Скажите, вы анализировали другие установки производства битума, кроме московского НПЗ? Нет. Я знаю, что в данный момент система усовершенствованного управления в России внедряется впервые на установке производства битума на московском заводе. Меня не о системе управления. Вообще, как битум производит другие заводы? Нет, наверное, не анализировал. Не смотрели, не знаю. Вот в московском НПЗ татарская нефть идет в том числе. Нефть отличается тем, что высокое содержание серы на входе. На НПЗ есть сероудаление, установка. А если сера дойдет до гудрона, до битума, как вы думаете, качество будет лучше или хуже? Просто чисто... Мне кажется, что хуже, но на предмет наличия серы я не анализировал. Но мне кажется, что хуже будет. Почему? Вы знаете, есть евро-2, евро-3, евро-4, евро-5, это по бензинам. Там, так сказать, минимизируется содержание серы. Куда ее девать? Зачастую вбрасывают в гудроны в битум. Я знаю, что добавляют вакуумный газоид в гудрон, который снижает температурное значение, из-за чего возникают сложности управлении процессом производства битума. Не, ну не анализировал, это не анализировал. Вопрос такой. Вот интересную вы задачу решаете адаптации модели, да, фактически переходе с одного режима на режим. Модель-то имеет, естественно, ограниченное применение. И, возможно, вот это новое обучение. А насколько вот параметров вот, отклоняться вы анализировали? Что, можно изменить, скажем, какие-то режимы, условно говоря, какие-то параметры там, на 50%, на 2 раза? Или все-таки это более близкие режимы при переходе с режима связанности? В соответствии с технологическим регламентом устанавливаются предельные значения для технологических параметров, а также для показателей качества. Ну, понятно для параметров, но вот это сколько? Чтобы было понятно, это десятки процентов. Или это может быть несколько процентов? Потому что для такого рода модели вы же берете отклонение для обучения, да, для этого. То, что было, то, что стало, да,
что тут анализируется, рассматривается процентов, как бы в программе устанавливаются ограниченные значения как для показателей качества, так и для технологических параметров. Понятно. Ну, в общем, вот здесь вот есть о чем задуматься, тем более вы говорите, это на реальном процессе происходит. Есть возможность как посмотреть на реальный процесс, так и свои возможности. Да? Возможно, что в вашем портфеле прогноз на улучшение, да, некоторых параметров качества в том числе. Вот. И с другой стороны, вы можете оценить, насколько вообще нужно пройти от того номинального режима, в котором вы сейчас работаете. Возможно, что и нельзя отклонение. Дальнейшее раздумье. При превышении, ну, отклонения от заданных, допустим, границ, система усовершенствования управления, она включается в состоянии, которого планируется. Так и должно быть. Нет, можно? Вы начали говорить про применение, что вот начинает внедряться. А в целом предприятие по установке, это массовое явление применения виртуальных. Или это отдельные все-таки фрагменты, и это что, заменяет в значительной степени существующие или анализаторы качества реально, или практически, ну, уже они свои жили или нужно менять технические устройства и только виртуальные. Как вот ваши установки туда? Ну, можно сказать, что они начинали массовое внедрение, однако, как я уже отметил в работе, из-за простоты реализации производители, они использовали линейные модели виртуальных анализаторов. По опыту с линейными моделями могу сказать, что они довольно часто, система отключается из-за неточного прогнозирования линейных моделей. Вот. Нелинейные модели, насколько я помню, ни разу еще не использовались. Ну, по крайней мере в России. Вообще, как бы... Я не совсем поняла, вы говорили про алгоритм адаптации, что он состоит в том, что вы перенастраиваете весовые коэффициенты. А вот как это вы делаете? В чем именно ваш алгоритм состоит, вы так не сказали. Но в чем состоит именно ваш алгоритм? Делает этот алгоритм при задании определенных настроечных параметров. То есть задается метод обучение, метод перестроения вот этих весовых коэффициентов, а также такой параметр, как скорость обучения, перестроения. А какой метод задается? Методы, в основном методы градиентного спуска используются. Вы это делаете, вы считаете? Или это у вас автоматически? Это автоматически делается. Ну, то есть вы просто подстраивали автоматически нейронные сети в автоматлабе? Да, да. И в этом вот вы считаете, что это ваш новый алгоритм? Понятно, что это внедренная функция, то есть вложенная функция в MATLAB, но в производстве она не используется. Нет, ну просто я слово алгоритм это не совсем понимаю. Вы работаете с нейронной сетью, вы задаете данные, а нейронная сеть вам высчитывает, сама выдает эти самые. Вы только даете вход на нейронную сеть, она вам выдает самый коэффициент. Мы даем вход и выход, а также настроечные параметры. Она дает нам уже подстроенную нейронную сеть. Ну, скажите, пожалуйста, когда вы делаете аннотацию нейронной сети, вы включаете новые данные в обучающий выбор. Исключаете ли вы старые данные, то есть происходит ли до обучения, или у вас пакет данных, по которому проводите обучение, он постоянно растет, 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 тогда возникает вопрос, как вы его в принципе ограничиваете, потому что бесконечно нельзя расти. А другая проблема, это если вы учете только последние данные, когда у вас снова будет непредставительная выборка, она будет учитывать последний уже подробно расскажите. Да, по последним меткам модель не обучается, потому что, ну, как бы она добавляется, соответственно, дообучается модель. Вот. А по поводу первого вопроса можно задать такие параметры в алгоритме, ну, такой объем выборки, при превышении которого на каждой итерации у нас самое старое значение, оно будет отбрасываться. То есть будет у нас как бы выборка держаться на одном объеме, и данные будут актуализироваться. А что если у вас вот всю эту выборку, которую вы выбрали, у вас режим не поменяется? Тогда опять окажется проблема, что вы только на одном режиме обучились. Вы выкинули данные по другим режимам. Ну, так уже при возникновении нового режима
нас на каждой итерации, допустим, уже начинается новый режим, поступают данные лабораторного анализа на новом режиме и, соответственно, технологических данных. Модель это подхватывает, то обучается на, с учетом вот этой точки и в дальнейшем, учитывая, что это последнее значение, показывает правильный уровень. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Да. Следующий у нас защищается Ахат Ахмарат с магистрской диссертацией на тему информационная поддержка информационной модели планирования нефтеприятия. Здравствуйте, уважаемые члены комиссии. Тема моей диссертационной работы – это информационная поддержка оптимизационной модели планирования нефтепереработки. В настоящее время на НПЗ используется специальная система моделирования, которая позволяет построить математическую модель производства и найти оптимальный производственный план. В России наиболее широкое распространение получила система ФМС. Для работоспособности и адекватности оптимизационной модели необходима ее оптимизация, то есть обновление информации в соответствии с текущей ситуацией на производстве. Какие именно данные необходимо актуализировать? Модель включает технологическую схему завода. Под модели установок, показатель качества нефтяного сырья, расчет качества нефтепродуктов и ограничения рынка. Таким образом, математическая модель производства позволяет при решении задач планирования учитывать технологические возможности и сложившуюся экономическую ситуацию на рынке. Задача оптимизационного планирования как раз состоит в том, чтобы выбрать нефть на переработку из возможного набора для получения требуемого ассортимента нефтепродуктов. И при этом, к примеру, нужно найти максимум маржинальной прибыли. На этом слайде представлена стандартная функциональная структура ФМС с набором дополнительных опций. Например, здесь можно выделить интерфейс для ввода данных. Далее, после ввода данных запускаются процессоры на контроль данных. Далее процессор, который формирует саму оптимизационную модель в виде матрицы линейного программирования. Далее запускается процессор, который, собственно, получает решение, и заканчивается тем, что выдается интерпретация решения, то есть представляется отчет и выдача сообщения в случае, если задача линейного программирования не совместна. Нужно отметить, что товарно-нефтепродукты должны удовлетворять перечню значений нормируемых показателей качества из ГОСТ и ТУ. Собственно, система ПМС должна оценивать качество товаров нефтепродуктов. Отсюда следует, что качество исходной нефти нужно протянуть через технологическую цепочку до готовой продукции. Что значит протянуть качество? Это значит учесть, как в зависимости от качества исходной нефти будет меняться качество промежуточных потоков, которые впоследствии станут компонентами при приготовлении товарной продукции. Возникает вопрос, какие наиболее существенные показатели качества нефти влияют на выпуск товарных нефтепродуктов. Таких показателей качества 3 – это плотность, содержание нефти и фракционный состав с детализацией свойств фракции. Плотность и содержание серы определяется в лабораториях НПЗ регулярно, в то время как фракционный состав в виде ТК, как показано на рисунке, намного реже из-за трудоемкости получения. Детальные же свойства фракции, как показано на этом слайде, определяются только по специальному заказу. В результате анализа лаборатории НПЗ оказалось, что действительно такие данные получаются очень редко, и это, естественно, может сказываться на качестве плана и его достоверности. В результате ключевой задачей для повышения качества планирования является экспресс-оценка ТК с необходимым набором показателей качества узких фракций, как показано на слайде.
диссертационной работе предложена процедура стресс-оценки ПК детальных свойств узких фракций по ключевым показателям плотность, содержание серы и выход фракции до 350 градусов Цельсия, который ранее показывал потенциал суммы светлых нефтепродуктов. Одним из современных средств оценки качественного сырья и продукции являются виртуальные анализаторы. С помощью них и как раз и помогается оценить выход фракции до 350 градусов. Исходные данные показателям качества были получены из системы аппаратуры информации ГИМС в составе 18 измерений. Перед построением модели была осуществлена обработка исходных данных на наличие выбросов, на принадлежность с нормальным распределением, на наличие мультиколлинеарности между признаками и была произведена стандартизация данных, то есть они были центрированы и нормированы. Для начала была построена линейная регрессионная модель по плотности, ее вид в стандартизованном виде и единицах исходных признаков, показанных справа. Далее была построена многомерная модель по плотности и содержанию серы. Справа показан контур графика. Для проверки значимости уравнения регрессии и значимости введения дополнительного признака использовался критерий Фишера. Здесь на графике изображено сравнение одномерной модели с существующей моделью по ГОСТу. Как видно по графику, существующая модель по ГОСТу, она несколько завышает оценку качественно. Здесь для оценки полученных моделей использовался коэффициент детерминации, среднеквадратическая ошибка модели, аббревиатура RMCE. А для сравнения моделей с разным количеством признаков использовался скорректированный коэффициент детерминации. Указанные значения полученных характеристик приведены в таблице. В результате была выбрана многомерная регрессионная модель в качестве виртуального анализатора. Далее, после получения наших трех показателей качества, решается задача, так называемая задача наилучшего приближения. То есть у нас есть три показателя качества. При этом важно иметь на заводе базу данных по перерабатыванию нефти. Тогда можно оценить качество, решив задачу, концепционной задачи линейного программирования. Результат этой задачи – это набор нефти из базы данных и их доли. Далее по нижним уравнениям можно найти значение показателей качества узких фракций, как раз которые были показаны ранее в таблице. Полученные таким образом показатель качества вводится в FMS-модель. Так. В конечном счете предлагается 4 этапа актуализации FMS-модели, приведенные на слайде. После актуализации FMS-модели проводится расчет производственного плана на месяц. В этой таблице в левой колонке показан перечень сырья. Например, в колонке количество показано необходимый объем закупки. Этого перечня. Так, далее, в этой таблице показан перечень выпускаемой продукции и, соответственно, в колонке количество планируемый объем выпуска. Таким образом, в ходе диссертационной работы были получены следующие результаты. И на этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Определяющего, насколько хорошо модель адекватно описывает процесс коэффициент детерминации, в частности, использовали. У вас были приведены некоторые числа относительно ГОСТа, по-моему, 0,5. Да. 6 и 0,7 у вас многомерная модель. А вообще, вот эти значения, это сами по себе, насколько они, скажем так,
собственно говоря, с помощью этих коэффициентов и оценивается, конечно. Я к тому, что 0,75 это коэффициент большой или не очень? 0,75 считается большим коэффициентом, то есть во всех источниках, которых я вот изучал, приводится да, то, что... Как вы понимаете, да, хотелось бы нам единицу иметь. Да, в идеале нам хотелось бы единицу, но это уже превращается как бы в функциональную зависимость, а не в статистическую. А вы не проводили исследования, видите, относительно ГОСТа получились, в общем-то, очень нехорошие результаты, если честно. Они ГОСТом все обязаны пользоваться. Как не проводили исследования, почему причина возникновения и как это вообще распространяется, если во всей стране пользуются? Да, в общем, эта модель по ГОСТу, она была... Использовалась, точнее, еще ранее, при Советском Союзе, где-то до 86-го года, как я помню. А смысл этого коэффициента, точнее, от этой модели не требовалась какая-то точность, жесткая точность. Достаточно было какое-то примерное ее приближение. И нужно сказать то, что эта модель, она... как бы описывала в основном западно-сибирскую нефть. То есть, понятное дело, что различные нефти, для различной нефти модель она будет отличаться. И эта модель по ГОСТу, она как бы в основном применялась именно для западно-сибирской. Отсюда вывод не следует ли подойти к изменению ГОСТу в ближайшее время? Нет, этого ГОСТ уже не использует сейчас. Спасибо. Но он существовал. Спасибо. Следующий у нас посещается Алексеевич Майя с магистрской диссертацией на тему разработка и реализация модели диагностики и мониторинга состояния компрессора. Уважаемые преподаватели и члены комиссии, к вашему вниманию предлагается диссертационная работа на тему разработка и реализации модели диагностики мониторинга состояния компрессора. В настоящее время нефтяные химические предприятия имеют изношенный парк компрессорного оборудования, а средств для его замены или для модернизации у них недостаточно, поэтому обеспечение безопасной надежной эксплуатации, а также снижение возникновения аварийных ситуаций является очень актуальной задачей и целью моей работы. Объектом исследования является трехкорпусный пятиступенчатый центробежный компрессор «Синтез газа». Он входит в состав оборудования цеха МИАФ-4 предприятия НАК «Азот». Компрессор является оборудованием опасного производственного объекта газохимического предприятия. Также надо учесть, что работает без резерва. Для данного оборудования очень важным является получение достоверного и своевременного диагноза, который можно получить путем наблюдения за техническим состоянием объекта. Для достижения цели были выделены следующие задачи. Изучить особенности технологического объекта, исследовать методы и средства обеспечения надежности оборудования сложных технических систем в условиях эксплуатации, разработать модель диагностики. Компрессоров в программном обеспечении Uniform Associate Sentinel компании Honeywell. Для выполнения решения, для выполнения первой задачи была изучена установка производства аммиака безводного жиженого. Также был изучен процесс компримирования синтез газа, принцип работы и особенности компрессорного агрегата. Было исследовано следующие методы: организационно-технические методы, элементные методы, структурные методы и контрольно-диагностические методы. В нашей работе для решения поставленной нами цели были выбраны контрольно-диагностические методы. Они включают в себя средства и системы автоматического контроля и диагностики. Автоматический контроль, он приостанавливает выполнение операции в момент обнаружения ошибки и определяет причину ее появления. А основное назначение системы автоматической диагностики – это снижение времени восстановления,
облегчение в проведении ремонтных работ и обслуживание сложных технических систем. Следующая задача была сама разработка модели диагностики мониторинга состояния компрессора. Сначала была разработана структурная модель объекта мониторинга. Она представлена в виде бинарного дерева, у которого корень – это компрессор синтез газа, а под деревья – это компрессор 103G и турбина 103G-T. Следующей задачей было построение модели состояния компрессора. Были выделены три состояния – нормальное, предаварийное и аварийное. Нормальное, при котором оборудование работает без сбоев, параметры находятся в границах рабочих режимов. Предаварийное – состояние, при котором отказов нет, назначения параметров выходят за границы рабочих режимов. И аварийное – это состояние, при котором случился аварийный сбой. Следующая задача была разработка модели диагностики компрессора. Сам процесс диагностирования, он представляет собой процесс определения технического состояния оборудования. Были выделены следующие задачи. Необходимо было изучить объект диагностирования, составить словарные исправности, выбрать диагностические параметры. Это ключевые и наиболее опасные параметры для данного оборудования. И составить диагностическую таблицу. С помощью диагностических параметров и анализа разработана система диагностики. Она включает в себя сравнение диагностических параметров с аварийными и предаварийными значениями этих параметров. Если диагностический параметр превышает значение какой-либо аварийной или предаварийной, то и согласно модели меняется текущее состояние объекта. Также одной из задач является определение ключевых показателей компрессора. Самыми основными параметрами, характеризующими работу компрессора, в качестве них выделены степень сжатия газа в компрессоре и политропный КПД. Об изменении технического состояния самого оборудования также судят при изменении характеристик. Само изменение оно оценивается сравнением фактических и паспортных характеристик. Поэтому фактически политропный КПД у меня находился с помощью уравнений термодинамики, а паспортный политропный КПД мы находились с помощью паспортных характеристик, которые сначала оцифровал, дальше их аппроксимировал и полиномом в соответствующей степени, нашли коэффициент и полинома с помощью метода МНК. Последний вот результат аппроксимации паспортных характеристик, результат представлен в таблице. Следующая задача является реализация модели диагностики и мониторинга состояния компрессора в самом программном обеспечении. Для того, чтобы реализовать данную модель, нам сначала необходимо было задать уникальное название, отнести оборудование к классу и типу, который входит в систему, также установить связь атрибутов данного типа с определенными источниками данных. В целом, объект вот данной системы он будет представлять собой набор входных параметров, также набор алгоритмов расчета промежуточных и выходных величин и набор обнаружения и фиксации аварийных и предаварийных ситуаций, что и есть цель нашей работы. На слайде представлена сконфигурирована модель мониторинга компрессора, выделены классы и типы данного оборудования. Также мониторинг компрессора, как мы сказали, осуществляется путем наблюдения за техническим состоянием, то есть за изменением атрибутов компрессора в реальном времени. К объекту привязаны динамические атрибуты, их считаем из тегов, и привязаны статические атрибуты, это предельные значения динамических атрибутов. Конфигурация динамических и статических атрибутов также можете увидеть на слайде. На следующем слайде показано в табличной форме представление текущих значений атрибутов компрессора, указаны размерности, время фиксации последнего изменения атрибута, тренды за последние 2 часа и минимальные и максимальные значения за это время. Нарушение предельных значений сигнализации и блокировок, они моделируются как симптомы. Это признаки возможных или существующих неисправностей. При вычислении значений симптомов динамические атрибуты они проверяются на достижение одного из предельных статических атрибутов. Если значение какого-то из динамических атрибутов превышает свою границу, то появляется уведомление на тепловой карте. И вот
слайде показано возникновение событий, то есть какие динамические параметры у нас срабатывают, а какие работают в границах. Также в обзоре оборудования события формируется карта по всем неисправностям, активным, неактивным, потенциальным. Все события можно посмотреть также в табличной форме, в вкладке «Просмотр событий». Тут указан статус, состояние и критичность оборудования. Статус отказа может быть активным, неактивным и возможным. При разработке модели самой главной задачей является то есть определение параметра важности и параметра критичности. Параметр важности, он задается для каждого события, он принимает значение от 1 до 6, и чем он больше, тем сильнее событие влияет на работоспособность нашего оборудования. А параметр критичности, он определяет меру потерь от нештатной ситуации на объекте. То есть он учитывает, насколько этот объект важен для процесса или для системы в целом. При умножении параметра важности на критичность мы получаем приоритет, то есть мы можем на основании этого определить текущее состояние объекта. Также для каждого события параметры при конфигурации были указаны рекомендации персоналу по их устранению. Также для данного объекта был разработан расчет, с помощью которого можно определить признак рабочего состояния компрессора. Кроме этого, для данного компрессора можно получить оперативную информацию в виде динамических мнемосхем, в виде трендов, а также справочную информацию. В качестве примера представлена динамическая мнемосхема, мною нарисована и привязана в этом программном обеспечении. На следующем слайде представлены результаты расчета ключевых показателей работы в программном обеспечении. Справа можем увидеть сравнение фактического из паспортного политропного КПД. Видим, что отклонение большое. И это именно для одной ступени компрессора, и это отклонение, оно вызвано событиями, которые произошли за этот период времени. Эти события перечислены в таблице. На следующем слайде можем увидеть определение степени сжатия в компрессоре по ступеням. Также справа можем увидеть, как степень сжатия влияет на политропный КПД компрессора. И заключение. Реализованная модель, она позволяет интегрировать информацию о компрессоре из всех имеющихся источников. Также она контролирует ход процесса на базе всей доступной информации. Она обнаруживает события, фиксирует состояние компрессора. Она осуществляет совместную поддержку групп специалистов, поддерживает качество эксплуатации и обслуживания, уменьшает затраты на ремонт и восстановление работоспособного состояния. И она следит за производительностью компрессора. Также необходимо учесть, что эта модель уже внедрилась на производство. Спасибо за внимание. Спасибо. Скажите, вот компрессор, который вы взяли за основу, он система автоматического управления не комплектовался? Комплектовался. Комплектовался? Да. А технологические параметры управления работы компрессора система управления позволяет сделать контроль за технологическим режимом работы? Но они, конечно, позволяют, это как дополнение. И дело в том, что именно в этой системе выделены самые ключевые параметры. Ну, смотрите, система политического управления, она безопасно обеспечивает режим работы компрессора в автоматическом режиме. Я не спорю. Соответственно, просто... вот непонятно назначение этой настройки, видимо, программа продуктов, да, просто фактически из вашего доклада, я как понял, просто передается информация с этой системы политического управления в этот скат продукт, где просто вводится информация о критическом значении параметров. Но что касается вот именно вот такой системы реализации этой модели, она, получается, позволяет всю информацию о объекте на одном месте, то есть доступ информации о всех объектах, он находится на одном месте. То есть мы, получается, здесь можем следить за каждым объектом. Это не только один объект, я просто один объект сейчас рассказывала. То есть мы можем доступ к данным объектам из одного места. Также тут более агрегированная информация. А этот объект вы взяли из ручной области, да? Нет, это из химического. Да. Просто дело в том, что, например, да,
там находится 4 последовательно соединенных компрессора, так скажем. И получается, вот в прошлом году именно этот компрессор, то есть ремонт проходил именно на этом компрессоре, и завод, вот, несмотря на то, что там есть система автоматического регулирования, что операторы делали свою работу, состояние этого компрессора намного улучшилось. И просто дело в том, они хотели, чтобы информация вот о компрессоре была на одном месте. Также, например, у них учет вот этих показателей работы вообще не велся. То есть мы считали еще какие-то дополнительные параметры компрессора. И еще дело в том, что теперь на вот эту всю работу могут посмотреть и начальники, и... Почему это обычно сказывается? Нет. Ну, это как дополнение. Это дополнение. Но это дополнение, потому что получается теперь информация о всех объектах на одном месте, и тебе не надо там бегать куда-то на разных кармах смотреть. Ну, на будущее я вам скажу, что, например, «Газпром» двигается в том направлении, в том, что исключаются эти программы и продукты, которые выполняют все регулирование, практически оптимизации, потому что они зашифрованы. Например, вот эта программа... Все эти функции вы должны на САУ-2, соответственно, этим документам стандартной отрасли, где САУ-2 обязан выполнять все задачи, которые вы включите. Хорошо. Эта программа, я вам скажу еще пример, что вот эта обеспечение, на самом деле, оно только вот началось использовать недавно, и это все еще развивается. И хотя, да, я не спорю, что есть система автоматического управления, которая отслеживает вот параметры и все это. Например, вот у нас недавно был проект «Газпромнефть-6», да, и у них получается информация из разных источников. И, например, им очень удобно отслеживать эту всю информацию на одном месте. И получается, и анализы легче проводить на одном месте. Вопрос. Скажите, ну правильно я понимаю, что система ведения состояния оборудования, вот вы назвали ASET, значит, она обслуживает все оборудование. Да. В принципе, должна. Но все она не только оборудование обслуживает, она обслуживает, то есть в состав этой системы, то есть входит каждый процесс и все оборудование. Это зависит, да, от того, как... Скажите, это оборудование, оно перед тем, как вот, заводилось в эту систему, и, соответственно, получается, в зависимости, оно ранжировалось по опасности? Конечно. Нет. Вот, была вот какая степень опасности у компьютера, у компрессора? Там, у всего. Ну, я вот говорю, там выбирался параметр критичности этого оборудования, да. И выбрался 5. Это типа надежно. Да, конечно, на это все обращалось внимание. Потому что можно же насосы его просто не надо контролировать. Вышел. Нет, и там для насоса выбирается, например, 1-2 параметра. Да, тут уже смотрится на технологический процесс и на то, как оно влияет на него. Правильно ли я поняла, у вас статические характеристики в зависимости от КПД от расхода. Вот максимум КПД у вас зависит от того, каким. Да, конечно. Как же это связь с реальной действительностью? Полином тоже имеет значение. Например, то есть я пробовала аппроксимировать полином в меньшей степени, и полином... Я вас поняла, я просто... У вас же конкретный объект, у него есть КПД. Он же не должен зависеть КПД от способа анализа данных. Но просто... Ну, такая большая разница. Получается, что максимальное значение КПД зависит от способа обработки данных. И как может быть? В чем-то смысле я не поняла. Но я просто выбрала один из способов обработки данных, потому что мне надо в систему, получается, сконфигурировать, то есть реализовать расчет вот этого паспортного. Я не понимаю, а в реальности какой КПД? В реальности КПД? Но я его посчитала тоже по уравнениям термодинамики. Вот. А тогда зачем же надо было полином не аппроксимировать? Ну это чтобы определить паспортный КПД. Паспорт это то, что мы хотим, наше ожидаемое значение. А фактически это КПД в текущий момент времени. Спасибо. Ну, еще вопрос. Да. Даже два продолжения по поводу САУ. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы, кстати, это как-то говорили. Ваша система все-таки выдает некие рекомендации.
Второй момент. Выбрали ранжирование нефти, да? А вот на основании чего? Это нормативные документы или экспертная оценка? Как понять вообще, в какой разряд попадает тот объект или данная ситуация? Хорошо. Что касается рекомендаций, рекомендации, они есть. Вот. Что касается рекомендаций, рекомендации взятия в основном из технической документации, а также они взяты исходя из конструкции, из исследования конструкции самого оборудования. Ну, это понятно. А что касается определения параметра важности, тут уже надо было произвести исследование за какой-то период времени. Обычно это берется полгода или год. Но у меня так много времени не было, я выбрала 3 месяца. За этот период исследования необходимо было отслеживать, какие параметры больше всего меняются и влияют на изменение самого процесса. То есть это ваши ранжирование? Это то, что я делала, и это вот эти параметры, это значения, которые я поставила. Понятно, спасибо. Еще раз. Да. Еще раз. Вы учитывали то, что у вас одновременно наблюдается работа двух контуров. Один это управленческий контур, где СУТП и так далее, регулирование. А вторая часть это обслуживание. То есть у вас тут даже написано, что вы по электронной почте специалисты, вы получаете руководство. Да. Но руководители обычно, они как бы заняты в производственно-хозяйственной деятельности контура. И эти два контура, они никак не связаны. И это просто запрещено. Передача. Вот как-то у вас это различаете, потому что там ремонт и обслуживание, а тут как бы чисто управленческая вещь. Вот как вы решили это проблему? Ну а что касается вот именно вот моей системы, руководство завода хотело, чтобы информация отправлялась начальникам смены. То есть вы ввели производственно-хозяйственную деятельность в контур управления. Да, да, да. А как, что он сказал о безопасности? Это понятно. Ну, это просто это запрещено. Но просто дело в том, что это обсуждалось и что у них было решение некое. У них был выбор. Это внести в решение, внести в проект или чтобы это решение находилось вне проекта. Они это внесли в проект, информацию о изменении состояния получают начальники смен. Также в чем хорошая эта система? Хорошая в том, что получается все события, которые произошли на объектах, они не просто удаляются и не уходят, они все сохраняются. И операторы, начальники смены, они обязаны каждый день выполнить соответствующую операцию над этими событиями. Либо их закрыть, либо их оставить или прокомментировать. Но по-любому какой-то комментарий они должны сделать. Либо если они проводят какое-то действие, они должны написать, какое действие сделано над теми или иными событиями. То есть это уже отслеживается и работа самой системы, и работа рабочего персонала. Спасибо. Следующий у нас выступает Лукоян Рубёс с магистерской диссертацией на тему разработки модуля сбора, обработки и хранения данных системы, мониторинг от тренировки моделирования на объектах контролируемого производства. Здравствуйте, я Маркарян Роберт, студент кафедры автоматизации технологических процессов. Тема моей магистерской диссертации – разработка модуля сбора, обработки и хранения данных, системы мониторинга, контроля регулирования на объектах непрерывного производства. Управление технологическими процессами в нефтегазовой отрасли подразумевает приведение параметров к установленному значению и удержание его около этого значения. Однако на практике возникает множество проблем, не связаны они прежде всего с неверными настройками регулятора, залипанием клапана, неисправностями привода или датчика. Оператору крайне затруднительно в режиме реального времени наблюдать за контурами регулирования и оценивать качество их работы. Для этого предлагалось разработать систему мониторинга.
Цель этой системы – определение контуров с низким качеством регулирования. Цель моей магистерской диссертации – разработка серверной части СМКР, предназначенной для сбора, обработки, хранения и передачи данных на клиентскую часть. СМКР состоит из трех основных частей – управляющего модуля с базой данных, расчетного модуля или веб-интерфейса. Данные из датчика по протоколу PC приходят на управляющий модуль, который сохраняет, выполняет первичную обработку и сохраняет их в базу данных. Далее данные по мере готовности отправляются на расчетный модуль, где происходит расчет различных показателей, характеризующих качество работы контура, индикаторов. Эти индикаторы также управляющим модулем сохраняются в базу данных. Из клиентской части, когда поступают запросы, управляющий модуль формирует требуемые массивы данных. Над этим проектом работает команда. Я занимался разработкой управляющего модуля с базой данных. Сбор данных разрабатывался для лабораторного стенда Феста. Сам стенд не содержит в себе, у него нет своего регулятора. Для этого был разработан модуль управления, который был интегрирован. Он включает в себя PID-регулятор и экстренное управление. Данные из датчиков приходят зачастую с плавающим шагом дискретизации. В свою очередь, корректная работа алгоритмов расчетного модуля рассчитана на точный шаг. Для этого проводится интерполяция данных. Далее, для обеспечения непрерывного и целостного доступа к данным была разработана система записи данных. Данные записываются во временный файл. Затем, когда временный файл заполняется, данные записываются в корневой файл. Затем временный файл удаляется, и этот процесс повторяется. Этот процесс нужен для того, чтобы обеспечить высокую скорость чтения и записи данных, а также является триггером для вызова модуля обработки информации. Для расчета индикаторов для разных контуров требуется разное количество данных, потому что у них отличается инерционность. Соответственно, модуль обработки данных в автоматическом режиме в тот момент, когда из временного файла в корневой записались данные, он анализирует все контуры регулирования, достаточно ли там данных. Если в каком-то контуре стало достаточно данных для расчета индикатора, он отправляет их на расчетный модуль и в ответ получает индикатор. Эти индикаторы записываются в файл indicators. Это файл, который хранит значения всех индикаторов за сутки. И оператору не нужен доступ ко всем данным из корневого файла, а только к тем данным, на базе которых посчитаны индикаторы. Поэтому именно проанализированные данные записываются в файл готовых данных. База данных основана на платформе TDMS 4.0. В базе данных было несколько требований. Одно из них – высокая скорость чтения и записи данных. Она достигается за счет выбранной архитектуры записи данных, а также внутренних свойств TDMS, таких как дефрагментация. Второе требование – это масштабируемость и стабильная работа. То есть алгоритмы расчетного модуля, так как проект еще разрабатывается, он может изменяться, индикаторов может стать больше, может стать меньше. База данных должна под это как-то подстраиваться. Соответственно, в начале суток, когда создается файл индикатора, он вызывает расчетный модуль и считывает данные о текущей конфигурации. И на основе этой конфигурации он строит структуру файла и записывает эту информацию о структуре в свои свойства. Значит, за счет этого достигается масштабируемость. Стабильная работа достигается за счет свойств файла, то есть во время работы в течение суток изменяет структуру расчетного модуля запрещено, и свойства контролирует это. Блок задач связан с взаимодействием с клиентской частью, то есть первые две задачи выполняются совместно. Вывод данных может потребоваться за день, неделю, месяц, сутки. Здесь стоит отметить, что в TDMS нет стандартных запросов, как, например, в SQL. В одном файле хранится информация за сутки, то есть если нам понадобится вывод данных за месяц, то это придется открыть и считать порядка 30 файлов. Отсюда здесь возникает две подзадачи – поиск нужных файлов и считывание данных из этих файлов. Для ускоренного поиска файлов при запуске сервера один раз выполняется сканирование базы данных и создается хэш-таблица. Далее, когда оператор делает запрос, запрос может быть на построение графика индикаторов, на построение графика технологических данных, на построение отчетов, но так или иначе в этом запросе всегда есть диапазон дат.
Когда оператор вводит этот диапазон, сначала проверяется существование этих файлов в хэш-таблице. Если они есть в хэш-таблице, значит они существуют в базе данных. Затем эти файлы открываются, начинается считывание данных. Данные считываются в некий список. В этом списке данные располагаются по порядку, а значит в нем можно выполнять поиск не по ключу, а по индексу. Это очень сильно экономит производительность. Помимо построения, соответственно, на базе этих данных графиков, возможно построение отчетов, то есть сводки по контурам и по контуру. Сводка по контурам – это то, с чего оператор начинает работу. Она отображает все неисправности во всех контурах и ранжирует их по количеству проблем, либо также можно ранжировать по типу проблем. Чтобы узнать подробнее об одном контуре, открывается сводка по контуру. Индикаторы – это численная оценка категорий, а статусы – это словесная трактовка этих чисел. Задача управляющего модуля для всех категорий – найти соответствующие статусы и индикаторы и представить их в следующем виде. После тестов на модельных данных система мониторинга была протестирована на реальном объекте. Лабораторный стендфест регулятор поддерживает уровень в резервуаре Е2, управляя мощностью насоса, перекачивает воду из Е1 в Е2. Искусственно создавалась статическая ошибка регулирования и насыщения и регистрировалась, как система мониторинга их определяет. На графике можно видеть статическую ошибку регулирования по уровню. Система мониторинга, как видно, по статусу определила статическую ошибку. Соответственно, использовался P-регулятор, добавив интегральную составляющую, статическая ошибка должна уйти. И заметно видно, что система мониторинга перестала определять ошибку, и как можно увидеть, на графике этой ошибки тоже нет. Второе – это насыщение. Насыщение – это когда выход регулятора находится в крайних положениях. В данном случае я управлял насосом. Рабочий диапазон насоса от 4 до 8 вольт. Соответственно, видно, что большую часть времени выход регулятора находится в крайних положениях. Насыщение – крайне нежелательный эффект. Он приводит к износу исполнительного устройства, а также к ухудшению качества регулирования. Соответственно, в сводке по контуру система мониторинга определила насыщение. Я выставил менее агрессивные настройки регулятора. Видно, что выход регулятора пришел в некое установившееся положение. И, соответственно, насыщение пропало в сводке по контуру, то есть система перестала его фиксировать. В ходе работы был разработан модуль сбора и обработки данных, была разработана архитектура базы данных, интерфейс связи с клиентской частью и работа система была протестирована на реальном объекте. Спасибо за внимание. Спасибо. Один вопрос. Можно такой вопрос? Вот вы в качестве примера привели только вот то, что вы в системе мониторинга отразили ситуацию со статической ошибкой и с насыщением, а с какими-то прочими вариантами, да, возможными некорректными. Еще были исследования по вмешательству оператора, то есть когда основная проблема в том, что на производстве оператор часто вмешивается, отключает системы и сам вмешивается в технологический процесс, и это никак не фиксируется. Здесь у нас есть категория вмешательства низкая нагрузка контура. Это когда оператор, она фиксирует время, когда оператор вмешивался в контур, то есть когда регулятор находился в автоматическом режиме, когда вручено. И если оператор слишком долго управлял вручную, она выдаст статус низкая нагрузка контура. Вот. Это одно из них. Также сейчас в процессе есть у нас индикатор, который оценивает путь исполнительного устройства. Вот. Но остальные категории пока разрабатываются. А вы только на модели проверяли физическое, вот то, которое вы рассказывали на стенде квеста, или вы эти ситуации каким-то образом проверяли, проигрывали на модели, собственно говоря, объекта? Ну, на модельных данных, да, проигрывалось. Это было создано в программе имитационного моделирования. Все эти ситуации создавались.
Вот, и а на физических только на стане фест. У вас здесь в заключении сказано, что вы работаете с данными и производите интерполяцию входных данных. Что? Ну, как, если данные приходят с плавающим шагом дискретизации, допустим, у них не точный шаг дискретизации. Вот. Алгоритмы расчетного модуля таковы, что шаг должен быть точным, но они так работают. Вот. Проблема. И я поправляю. Спасибо. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы показать, что система, если существует статическая ошибка регулирования, то система ее определит. В этом смысле. То есть показать, что, как она, что она работает. А здесь. Как она, в принципе, может ее не определить? То есть она выдаст число, вот это или нет? Она выдаст статус. Да. И, разумеется, индикаторы, конечно, по которым это можно. Целью моей работы является разработка многопараметрического контроллера СУПП, реализующего алгоритм оптимизации технологического процесса согласно заданной стратегии с учетом технологических ограничений. В магистерской диссертации решены следующие задачи. Это создание динамической имитационной модели объекта управления, используя реальные технологические данные, разработка и реализация алгоритмов автоматической идентификации прогнозирующей модели для многопараметрического контроллера, алгоритма расчета оптимально установившегося режима для объекта управления и алгоритма предиктивного управления, предназначенного для расчета управляющих воздействий, приводящих объект к оптимальному режиму. В качестве объекта выбрана колонна D изоляционизации, которая является частью установки изомеризации легкой нафты. Сырьем для колонны выступает изогексановая фракция, которая поступает из стабилизационной колонны. На выходе получается два продукта, это верхний боковой погон и куповый продукт, которые являются компонентами товарного бензина. Верхний продукт и нижний боковой погон направляются на рецикл для вовлечения повторно в процесс изомеризации. Для данного процесса вводится 7 показателей качества основных, 6 из них это процентное содержание тех или иных компонентов в получаемых фракциях. И 7 это октановое число верхнего бокового погона. Следует отметить, что показатели качества процесса существенно зависят от температурного профиля колонны и расходов на входе и на выходе. Разработанная система, состоящая из имитационной модели, которая выступает в качестве объекта управления. Блок значит для преобразования полученной модельной таблицы в модели двух типов. Это статическая модель и дискретная модель в простом состоянии. В дальнейшем эти модели используются в работе контроллера. А блок оптимизации предназначен для расчета оптимального установившегося режима, используя статическую модель объекта. И блок предиктивного
управления, он предназначен для расчета оптимальных управляющих воздействий, приводящих объект к рассчитанному режиму. Имитационная модель устроена следующим образом. Она состоит из кластеров, которые моделируются независимо друг от друга. Каждый кластер моделирует один параметр. Соответственно, у него несколько входов. В качестве передаточных функций использованы передаточные функции первого порядка с запаздыванием. Модель включает в себя 15 технологических параметров, из которых 7 параметров являются выходами одноконтурных SAR-спид-регуляторов. К особенности данной модели можно отнести то, что температурный профиль колонны моделируется с использованием комплексных входных параметров, которые характеризуют тепловые потоки, подводимые к каждой моделируемой точке. А эти параметры рассчитываются как произведение расхода влияющего материального потока на разность двух параметров, это температура потока и моделируемая температура. Алгоритм автоматической идентификации. Для начала следует сказать то, что идентификация прогнозирующей модели на реальных установках осуществляется на этапе проектирования системы, и в процессе эксплуатации она не изменяется. И также она идентифицируется в относительно небольшом диапазоне путем подачи нескольких скачков. Такой подход имеет ряд недостатков. Это то, что, во-первых, при идентификации не охватывается весь рабочий диапазон объекта, и также объект имеет свойство, параметры процесса с течением времени начинают вести себя по-другому, и, соответственно, модель со временем устаревает, и для повторной идентификации необходимо привлекать уже специалистов сторонней организации и совместно с ними, участник персонала установки, проводить повторное пошаговое тестирование. Чтобы избежать всего этого, разработан алгоритм автоматической идентификации, который должен позволить охватить весь рабочий диапазон объекта и также даст возможность для повторной идентификации в автоматическом режиме, при необходимости, если модель утратит свою адекватность или если вдруг изменится режим установки. Идентификация осуществляется в 3 этапа. Это первое — степ-тест, то есть изменяются вставки пид-регуляторов поочередно и снимаются отклики управляемых параметров. Затем осуществляется идентификация каждого объекта, каждой пары вход-выход, а затем полученные модели объединяются в единую модельную таблицу. Прогнозирующая модель выглядит следующим образом. Здесь показана работа блока прогнозирующей модели, показана статическая модель, которая получается путем постановки нуля вместо оператора Лапласа, и также дискретная модель процентного состояния в общей форме. Рассмотрим задачи оптимизации. Цель задачи оптимизации – это расчет оптимального установившегося режима с учетом текущих значений сигналов возмущения. Значение результирующего вектора в дальнейшем используется в задаче коллективного управления. Задача представляет собой задачу линейного программирования, как я сказал, и она включает в себя два типа ограничений. Это ограничения неравенства, которые задают допустимую область технологических параметров, и ограничения равенства, которые по сути являются статической моделью объекты управления, переписанные в удобной форме. Таким образом, в задаче учитываются взаимосвязи между параметрами. Вектор SV, искомый вектор, он включает в себя значения как управляемых параметров, так и манипулируемых параметров. Задача коллективного управления. Цель – это расчет оптимального управляющего воздействия, минимизирующего интегральные критерии качества второго порядка, также приводящий объект к рассчитанному в предыдущем блоке оптимальному режиму. Критерии представляют собой сумму штрафов за отклонение управляемых параметров от их оптимальных значений
для решения задачи критерии и ограничения преобразуются с использованием дискретной модели пространств состояния. Включаются ограничения трех типов. Это ограничения на управляемые параметры, ограничения на манипулируемые параметры и ограничения на превращение манипулируемых параметров. В итоге получается задача с квадратичным критерием и линейными ограничениями, которая может быть решена любым известным методом квадратичного программирования. Рассмотрим работу системы. Я в своей докладе рассмотрел задачу максимизации отбора верхнего бокового погона колонны DIC, так как это, на мой взгляд, является наиболее актуальной задачей для данной установки. На слайде представлен тренд изменения показателей качества, то есть критерий оптимальности. Видно, что критерий оптимальности повысился, но не достиг своего верхнего ограничения. Это связано с тем, что другие технологические параметры находились на своих ограничениях. На данном слайде представлены тренды других манипулируемых параметров. Видно, что немного удалось повысить производительность блока, это первый тренд, а также то, что расход кубового продукта, который является вторым выходным продуктом, находится на своем нижнем ограничении. Также на своих ограничениях находятся расходы нижнего бокового погона, давление верха колонны и температура в реплетной емкости. А на данном слайде представлены тренды показателей качества, которые находились на своих ограничениях. Это содержание 2-метилпентана в верхнем боковом погоне, октановое число по исследовательскому методу верхнего бокового погона и X-фактор нижнего бокового погона колонны. Видно, что данные показатели качества удерживались около своих ограничений. Кратковременное нарушение ограничений связано с действием возмущения и с неточностью модели. Для систем такого рода это является нормальной практикой. Так разработан многопараметрический контроллер с УТП, сочетающий в себе алгоритм автоматической идентификации, оптимизации и предиктивного управления. Результат моделирования показал, что контроллер справился с поставленной задачей. Спасибо за внимание. Вот где написано, что у вас есть 4 научные статьи. Да. Я в литературе посмотрел, тут у вас есть ссылочки на 2. А остальные 2 они как бы не по теме. Остальные просто были по другим темам. По другим темам, да? Спасибо. Пожалуйста, достаточно объемные задачи, даже задачи, я бы сказал, большая проблема поставлена. Скажите, постановка задачи и решения, это все вы самостоятельно? Это все ваше. И вот последний слайд прокомментируйте, а что-то хотите продолжить еще. У меня была такая идея применить в многопараметрическом контроллере уже нелинейные прогнозирующие модели, но, к сожалению, я это не успел сделать. Поэтому я решил вставить сюда как дальнейшее возможное продолжение данной работы. Хорошо, возможно. А по поводу внедрения? Данная работа, она нигде не внедрялась. Она просто на настоящий момент ситуация такова, то что данные системы, они поставляются зарубежными фирмами, то есть российские фирмы не делают, и не раскрываются алгоритмы, то есть вся математика, она не раскрывается этими фирмами, соответственно, цель работы вообще была такова, чтобы разработать такие алгоритмы, которые полностью имеют прозрачную структуру. И также другая цель была, это то, что сделать алгоритм идентификации, который позволил бы получить более точные прогнозирующие модели, так как от них зависит качество управления. Спасибо. Вот вопрос как раз про идентификацию. Говорите, автоматическая, я, честно говоря, просто не понял. Вы автоматически стрип-тест делаете? В чем там автоматизация? Да.
задаются пределы по параметрам, по каждому параметру, и система с некоторым шагом, то есть там величина шага тоже определенным образом задается, и система подает скачки с некоторыми интервалами. Дело в том, что у вас разные параметры имеют разную инъекционность, вам нужно понимать, какой момент вы следующий скажете. Да, там эти параметры нужно настраивать вручную все-таки, чтобы и нужно для этого, естественно, понимать, какая инъекционность у всех параметров. О, вручную. А это что же нужно автоматизировать? Спасибо. Следующий у нас Шельцер Вадим Марина с магистерской диссертацией на тему разработка и исследования алгоритма адаптивного управления типовой технологической процессом. Всем добрый день. Тема моей магистерской диссертации – разработка и исследование алгоритма адаптивного управления типовым технологическим процессом. В своем выступлении я хотела бы осветить следующие вопросы. Первый – это постановка проблемы адаптивного управления и актуальность выбранной темы, привести краткую классификацию адаптивной системы управления, постановку задачи адаптивного управления по состоянию линейным объектам с эталонной моделью и обсудить полученные результаты. Исследование методов адаптивного управления является достаточно актуальной задачей в наши дни, так как в моделях большинства объектов управления имеются варьируемые параметры. Изменения этих параметров могут быть связаны с старением управляемого объекта или с изменением окружающей среды или какими-либо другими причинами. Перенастройка регулятора каждый раз после изменения параметров объекта представляет собой достаточно трудоемкий процесс, особенно если рассматривать задачи промышленных масштабов, где количество регулируемых величин исчисляется сотнями и даже тысячами. Как следствие, перенастройка приводит к увеличению затрат временных и экономических ресурсов, что негативно отражается на производительности и финансовом положении предприятия. В данной ситуации решением может являться создание адаптивной системы управления, такой системы, в которой параметры алгоритма управления изменяются для осуществления наилучшего управления объектом. На данном слайде приведена краткая классификация адаптивных систем. По характеру настройки они подразделяются на самообучающиеся, самонастраивающиеся, самоорганизующиеся и системы с адаптацией высоких фазовых состояний. Самонастраивающиеся системы, в свою очередь, по методу пополнения информации делятся на поисковые, беспоисковые и комбинированные. Систему, которую я буду рассматривать, система с эталонной моделью, относится к беспоисковым системам. Перейдем к постановке задачи адаптивного управления. Рассматриваемая система приведена на слайде. Эталонная модель EM, обладающая желаемыми динамическими характеристиками, вырабатывает сигнал YM от T, который сравнивается с выходным сигналом объекта O, Y от T. Ошибка рассогласования, возникающая в результате сравнения, следует на преобразовательное исполнительное устройство, которая в свою очередь осуществляет подстройку коэффициентов регулятора R. Регулятор R, в свою очередь, вырабатывает управление U от T, которое воздействует на объект O. Таким образом, в системе постоянно отслеживается изменение параметров объекта и осуществляется подстройка коэффициентов регулятора. Типовой технологический объект описывается линейно-дифференциальным уравнением n-го порядка. Эталонная модель имеет вид, представленный на слайде, где тета и т и бета нулевое, известные коэффициенты модели. И постановка задачи стоит следующим образом. Требуется синтезировать алгоритм адаптивного управления, при котором ошибка слежения, при котором система устойчива и ошибка слежения Е от Т стремится к нулю при Т, стремящемся к бесконечности. Синтез системы адаптивного управления с эталонной моделью предполагает последовательное решение следующих проблем. Первое – это идентификация объекта управления по показаниям измерителей выходного сигнала. Второе – это выбор
дифференциального уравнения эталонной модели и, наконец, разработка математической модели адаптивного регулятора. А в ходе работы был создан алгоритм, блок-схема которого приведена на рисунке. А сначала мы вводим исходные данные, необходимые для осуществления идентификации. А вторым этапом следует сама идентификация объекта. А затем мы снова вводим исходные данные, но уже необходимые для осуществления адаптивного управления. А сюда, допустим, относится ввод коэффициентов эталонной модели. А далее следует большой блок реализации математической модели адаптивного регулятора. А здесь у нас решение уравнения Ляпунова, расчет невариируемых и варьируемого коэффициента регулятора. Затем мы составляем сигнал управления и, наконец, выводим результат. Идентификация объекта по кривой разгона проводилась методом Симолин, так как он для рассматриваемой задачи является наиболее эффективным и удобным. Исходя из вида экспериментальных данных, представленных на слайде, мы самостоятельно задаем порядок объекта n равный 2, записываем в соответствии с выбранным порядком объекта передаточную функцию и инверсную передаточную функцию. А в основе данного метода лежит разложение инверсной передаточной функции в ряд Тейлора в точке P равной 0. В результате идентификации методом Симолин была получена кривая разгона, изображенная синим на графике и описывающая ее уравнение объекта. В качестве коэффициента, имитирующего изменение динамики системы, был выбран коэффициент A2, изменение во времени которого также приведено на слайде. Исходя из желаемых показателей качества, таких как время регулирования 30 секунд и перерегулирование 0%, была выбрана эталонная модель следующего вида. В ходе работы была выведена система дифференциальных уравнений, изменение коэффициентов усиления регулятора во времени, обеспечивающая асимптотическую устойчивость адаптивной системы, где каиты – это коэффициенты регулятора, гамма – некий настроечный параметр, значение которого мы задаем самостоятельно, а p, и t, g, t – это элементы матрицы решения уравнения Ляпунова, y, и t, и e, и t – это сигналы выхода объекта и ошибки в координатной форме соответствия. А затем мы составили сигнал управления u. И перейдем к результатам. Данные результаты были получены в пакете MATLAB, а для настроечного параметра гамма равно 0,3. Были получены невариируемые коэффициенты регулятора K0 и K1. На верхнем графике приведено изменение во времени коэффициента A2. Красным показано изменение варьируемого коэффициента регулятора K2. А на третьем графике выход объекта и выход эталонной модели, соответственно, и сигнал управления изображен зеленым цветом. Как мы можем заметить, в моменты скачков коэффициента А2 у нас наблюдается колебание коэффициента К2. И амплитуда этих колебаний тем больше, чем больше у нас скачок по К2. Ошибка рассогласования, возникающая в результате скачка объекта, также пропорциональна изменению коэффициента А2. Теперь посмотрим, как влияет настроечный параметр гамма на переходный процесс в системе. Были рассмотрены случаи для гамма равным 0,01, 1,1 и 10. Как мы можем заметить, при увеличении гамма у нас процесс изменения варьируемого коэффициента регулятора становится более колебательным. Здесь у нас практически все сливается в одну широкую полосу. И при увеличении гаммы у нас выход объекта быстрее достигает вида эталонной модели. Допустим, при гамме равном 10 у нас уже практически не видны различия между выходом объекта и выходом эталонной модели. В работе были поставлены и решены следующие задачи синтеза системы адаптивного управления с эталонной моделью. Это идентификация типового технологического объекта методом Симолин, выбор эталонной математической модели в соответствии с желаемыми показателями качества переходного процесса, получение математической модели адаптивного регулятора и последующая реализация системы автоматического управления в среде MATLAB и
исследование динамики системы при изменении коэффициента объекта и настроечного параметра данных. Спасибо за внимание. Значит, когда вы говорите об изменении параметров объекта, вы имеете в виду коэффициент Шиллинга, да? Нет, я имею в виду коэффициент объекта, стоящий в характеристическом полиноме. И как вы это решаете с помощью своего регулятора? Получается, у нас постоянно отслеживается. Сколько параметров в модели объекта вы можете считать неизвестными? Вы рассмотрели на один параметр, а что будет? Ну, вообще, может быть... Они же по жизни все, наверное, меняются. Думаю, да, но обычно порядок, знак старшего коэффициента, он должен быть известен. А все остальные коэффициенты могут меняться. Ну, то есть, нет, это позволяет. Тогда еще один вопрос. А вот в регуляторе вы тоже один коэффициент подстраиваете? Да. Если это по регулятор, там 2 коэффициента, это можно метод? Я понимаю, что не рассматривали регулятор, но можно этот метод адаптировать, как это можно включать? Я думаю, можно, но просто в данном случае у нас регулятор имеет определенный вид, закон управления. И еще последний вопрос. Вот не исследовали ли устойчивость вот этого метода в условиях зашумленных измерений? Ну или вообще шума объекта? К сожалению, нет. Спасибо. В заключение у нас выступает сегодня Чернова Валерия с темой магистерской диссертации «Исследование и разработка системы гашения опасных форм давления». Происходит отключение насосных агрегатов на МТС номер 3.
данном слайде показана работа штатной САР при проходе волны давления через МТС номер 3. Время регулирования САР недостаточно мало, чтобы отреагировать на фронт волны. В результате давление на выходе станции достигает уставки защиты и происходит включение работающих насосных агрегатов. Быстродействие САР в первую очередь ограничено быстродействием используемых исполнительных механизмов заслонок. Кроме того, увеличение быстродействия за счет подбора коэффициентов пидрегулятора может приводить к, вернее, как правило, уменьшает устойчивость САР и может приводить к автоколебаниям. В ряде случаев затруднительно обеспечить достаточное быстродействие САР, реагируя на волну давления по факту ее прохода через МПС, то есть используя принцип управления по отклонению. В данной работе предлагается снизить требования к быстродействию САР, реализовав принцип управления по возмущению, то есть за счет предсказания и заблаговременной компенсации волн давления. Для реализации САР с предсказанием применен алгоритм гашения волн, предотвращающий повышение несущей способности нефтепровода. На данном слайде мы видим, что при работе алгоритма компенсации волны давления у САР заранее снижается уставка. И в результате, к моменту прохода волны, скачок давления происходит от сниженного уровня и превышение уставки защиты не происходит. Теперь рассмотрим алгоритм расчета краевых условий для гашения опасных волн давления в линейном участке между МТС номер 3 и МТС номер 4. Расчет левого краевого условия осуществляется путем решения обратной задачи, которая звучит так. Необходимо найти такое давление в начале участка трубопровода, которое обеспечит желаемое давление в первой половине трубопровода. Нашим желаемым давлением является несущая способность. Для этого мы в точке D давление приравниваем несущей способности и находим скорость точки D. Далее, по мере ее характеристик, мы находим давление в точке C и сравниваем его с несущей способностью. Если это давление превышает несущую способность, мы его снижаем, также рассчитываем скорость. Давление, ну, все параметры давления скорости точки BA вычисляются аналогично. На данном слайде как раз представим расчет давления и скорости в точке К на n-м временном слое. Формула 1 для расчета давления, соответственно, формула 2 для расчета скорости. Далее рассмотрим приведенный выше сценарий развития аварийной ситуации с применением САР с прогнозированием. Здесь на графике красным пунктиром обозначена несущая способность трубопровода, черный график это полный, синий график это полный напор, и также представлен график полного напора вдоль бёджик треугольника прогноза, который состоит из двух частей. Это оптимального прогноза L от X вдоль левой стороны треугольника прогноза и прогнозы по фактическому ограниченному условию R от X вдоль правой стороны треугольника прогноза. Для того, чтобы адаптировать алгоритм, необходимо преобразовать несущую способность следующим образом. Ее следует искусственно занизить так, чтобы превышение несущей способности происходило заранее, то есть алгоритм работает с упреждением. Был испробован разный способ преобразования несущей способности, и наиболее эффективным оказался линейно убывающий профиль. На данном слайде показан момент времени до генерирования волны на МПС номер 4. Поскольку давление на правом конце трубы не меняется, прогноз R от X совпадает с полным напором, с текущим. Точка, где оптимальный прогноз электрика касается несущей, вот она отмечена, он находится в начале участка, поэтому оптимальное управление равно максимальному давлению в начале участка. На следующем слайде показан момент непосредственно после генерирования волны и повышения давления на выходе МПС номер 4. И на графике R от X виден прогноз распространения волны по длине трубопровода с течением времени. Предсказание волны давления учтено в оптимальном прогнозе L от X, однако его точка касания по-прежнему находится в начале участка, и оптимальное управление пока не изменилось. По мере движения волны ее предсказанный фронт приближается к несущей способности, а затем достигает его, после чего в оптимальном прогнозе меняется точка касания и оптимальное управление начинает снижаться. После снижения оптимального управления ниже фактического давления САР начинает отрабатывать снижение уставки, и в отличие фактического давления от оптимального, вот именно вот эта разница, вызвана инерционностью САР. Выводы по данной работе. Была разработана программа реализации алгоритма гашения волн на языке программирования C-Sharp, проведена его интеграция.
синтезационной модели диспетчерского тренажера ПАО «Транснефть». Результатом опроса диспетчерского персонала выявлены сценарии аварийной ситуации, в котором целесообразно применение САРС-предпределенных предсказаний. Также исследование, проведенное в связке с синтезационной моделью реального нефтепровода, показало эффективность предложенного алгоритма управления в условиях, когда штатный САРС демонстрирует недостаточное быстродействие, и были выявлены направления развития алгоритма. Спасибо за внимание. Оптимальный прогноз – это под оптимальным прогнозом является такой прогноз, где не происходит превышение давления несущей способностью. Это является оптимальным прогнозом. А он один такой единственный? По условиям задачи, то есть по алгоритму. Когда не превышает что-то, это единственный прогноз? Конечно, он не единственный. Мы ставим так задачу, что наше желаемое давление – должно быть либо равно, либо не превышать. То есть это максимальное из всех возможных давлений в начале. Как вы это считали? Раз это максимальное, то вы должны где-то написать выражение. Как вы посчитали, как вы нашли эту пунктирную линию? Пунктирная линия находится. Вот я расскажу, как находится как раз пунктирная линия. То есть мы в точке D, это первая половина, ну, половина трубопровода. Вот это вы считаете оптимальный прогноз. Оптимальный прогноз – это такое давление в первой половине трубопровода, при котором не происходит превышение несущей способности. То есть вот это вот, вот и считается. Вот. В данном слайде я представила, треугольник, по которому я рассчитываю как раз вот это давление в начале участка, при котором… Я рассчитываю оптимальный прогноз. Спасибо. У вас сказано, что вы все это делали на тренажере диспетчера. Где как-то тренажер стоит? Диспетчер да. Чего? И как он, собственно говоря, потом сможет работать в реальной обстановке? Вот как-то вот. Чуть-чуть поподробнее. Как наш университет. Как живет? Университет разрабатывает диспетчерский тренажер для компании «Транснефть». Этот тренажер полностью имитирует поведение реального трубопровода, то есть отклонение там, не более 5% вот от реальной жизни. И ну, я работаю то есть, с этим, соответственно, там я проводила все свои исследования. Насчет дальнейшего, как это поведет в жизни, то сейчас «Транснефть» заинтересовалась вот этим алгоритмом, сейчас как раз я подготавливаю данные для того, чтобы уже внедрять этот алгоритм в жизнь. А диспетчер чего? Собственно, станции, всей системы? Ну вот уровень диспетчера. Где он сидит? Чем он командует? Диспетчер как раз вот смотрит за то есть за всеми станциями? Да, да, конечно, за перекачку, то есть за своим линейным участком. Насчет измерительного шума. Дело в том, что в реальной жизни эта модель будет брать данные на основе другой системы, называемой системой контроля режима, которая как раз вот это все учтет и шум и так далее. То есть моя модель берет данные с другой модели системы. Спасибо. Поэтому предлагаю, остаемся. Вопрос, значит, остаемся членом комиссии на обсуждение. Уважаемые защищающиеся гости, просьба покинуть аудиторию на это время.
Нет, нет, нет.